Ну, мы должны нажать какой-то рычаг. Жизни нам не нужны. Давай. Тянем, тянем, тянем. Кто тут? Этого я не хотел сделать. Эй, эй. Куда это вы пошли? Ладно, удачи. Ну вот, а и как он меня обнаружил? Я же его сам стелс воплоти. Так, он уничтожил. Но он мне не нанесет от урона. Что? Что он там говорил? Эй, иди сюда. Я тебя быстренько убью и поеду дальше. Так, можешь оружие достать. Этот чувак опасно умён. Ну вот, они пошутили что-то про ум. Он такой говорит, я не понял, такой, а я и не ожидал, что ты поймешь. Но я сейчас тоже не понял, потому что я прослушал эту шутку. Эй, да ты знаешь, что я понимаю? Я понимаю толк в убийствах. Убийство это всегда весело. Всегда много опыта. Так, эта херня. Она не обнаружила? Она не обнаружила. Иди взад. Иди взад. Я убью тебя очень быстро своими пулеметами на машине. Спасибо. Давай все свои очки. И ты отдал все свои очки. Так, что тут еще есть? Ничего интересного. Так, там можно нажать рычаг. Тут есть что-нибудь? Тут ничего нет. Что еще можно? Нет, ничего, один рычаг. Окей. Поехали тогда за рычагом. Потянули. Слишком много нужно нажимать рычагов. Это начинает надоедать. Так, окей, окей. Что у вас тут еще есть? 5000. Быстрее можно двигаться. А что это дает первое? Ability takes regenerate boost your special ability. Нет, я лучше куплю это. Я буду быстрее двигаться. Всегда хорошо быстрее двигаться. Так, опять. Опять мы идем. Так, надо. Куда идти лучше? Где тут есть какой-то выход? Может, тут есть что-то интересное? Наверное, это главный путь. Нет, это не главный путь. Отлично. Я не хотел искать главный путь. Чья это запись? Саундвейва? Я на секунду запутался во всех этих вещах. Эй, где мы оказались? Ну, где мы оказались? Эй, игра, объяснись. Больше этих тупых роботов. Нам нужно двигаться. Это херня... О, что? Ну, это все расфигачил. О, нет, Джаза прикончили. Как в фильме. В первом же фильме его убили. Да и тут так же, что ли, будет? Хотя нет, он пережил первую игру. Он не должен сдохнуть так быстро. Опять буря. Воу. Опять эта башка нас преследует. Разного рода башки. На протяжении всей игры. Эй! Джаз, ты тут? Джаз? Мне сейчас не помешает музыка, Джаз. Я носи, я иду.
Так. Я поеду. О, чё. Как я не стал мучиться, да? Да, робот? Да ты я мастер. Так, что тут еще есть? Привет! Как же есть? Сможешь ли ты попасть по мне? Я не думаю. Но у меня была перезарядка, поэтому ты мог попасть все-таки. У тебя был шанс. Я рад, что ты все еще кряхтишь, пердишь. Но мне нужна помощь. Боже мой, да я на все просто постоянно палюсь. Умри. Спасибо. Сейчас я перезаряжусь. Стой, большой робот. Подожди секунду, я перезаряжусь. Не-не-не-не-не. Спасибо. Умри в воздухе. Отправляй тебе свои координаты. Я уже иду. Я уже еду даже, можно сказать. Потянули. Слишком много приходится тянуть здесь всего в этой игре. Мне кажется, они тянут меня за яйца, чтобы я дольше играл в эту игру. Эй, привет, я тебя спасу. Спокойной ночи. Ты что, мне тебя освободить? Да, я думаю, я смогу поднять. Почему нет? Я почти такой же крутой, как Optimus Prime. Пошли. Так, следуй за мной. И если бы у меня такие же были способности, то я мог бы. А, ну хотя он опустил эту ерунду. Больше мяса, которого я уничтожу. Так, мне нечем перезарядить. Чего он так долго стоял? Что? What the frack? Ну правда, что это за what the frack? Она утонула. Это опасные какие-то воды или нет? Умри. Эй! И ты умри. Эй! Как же вас тут много. Я могу убивать вас целый день, но вас все-таки все равно многовато. Так, ладно. Томат. Не, я попал. Взяли патроны. Кто-то еще есть? Ну, я побегу просто. Нет, у меня нет времени на это дерьмо. Вау. Ты идешь со мной. Я тоже хочу себе дай хлыст. Тут не надо поиграть за часа. Так, этот чувак... Нет, он довольно хиленький. Эй! Выпендрёшник! Можешь поднять эту штуку? Нет. Давай я помогу. Я ее подниму. Угу. Лучше отойти, возможно. Ладно. Я думал, что посильнее будет. Как в неудержимых такой взрыв был. Тут есть где-то гримлок. У гримлока есть команда? Они называют себя... Ударом молнии. Они тут собирают энергон. Это автобот. Тут где-то сигнал. Ой, дверь магическим образом открылась. Ладно. Какой-то еще чертеж. Ага. А, нет, у меня нифига нету. Это, я не пойму, это тот, который у меня есть? Или какой из этих стволов мой, с которым я сейчас бегаю? Он похож на мой ствол. Серьезно. Купить. Это же мой ствол, нет?
А, он у меня и вооружен, окей. А я все это время думал, что за фигня происходит в этой игре. Так, так. Это довольно дешевые апгрейды. Ага. Купил сразу самый крутой. Нет, это не мой. Черт, это не мой ствол. Это другой говноствол. Твою мать! Они выглядят одинаково, это проблема в этой игре. Столы тут выглядят как говно все. Так, давай. У меня там был хороший ствол. Вот этот вот. Пускай хотя бы он будет тогда. Дилси! Так, ребята, умрите. Почему вы не хотите умирать? Умри. О, это время, когда я тренировался в стрельбе, оправдало себя. Ничего нету? Что мне нужно сделать сейчас? Окей. Наверное, лучше мне просто бежать и прятаться. Бежать и прятаться. На-на-на-на. Куда мне нужно запрыгнуть? И как это сделать? Хватит меня целиться, придурки. А вот лестница. Автоботы, открывайте огонь. Нет, это десептиконы. Эй, я вас всех убиваю. Какие-то вы все неудачники. Так, окей, ладно, вы теперь начинаете меня убивать. И это не очень-то мило. Не очень-то мило. Не очень, совсем не очень. Три... У меня 3% жизни осталось. Да хватит вам. Дайте мне отдохнуть. Где? Где? Откуда на меня целят? Я не понимаю. Он где-то сверху? Где? Это он? Ты меня целил все это время. У тебя хоть здоровье есть? Нет? А-а-а-а. Поехали отсюда. Мне нужно здоровье. И это пули. Так, буду через буквально пару секунд. Тут можно что-то стрелять, взорвать. Это что такое? Вау, это прикольно. Это что такое? Какие-то бомбы. Как мне туда забраться? А, мне тут нужно что-то нажать. Надо защитить эту штуковину. Я не дам им уничтожить эту бомбу. Как они медленно взрываются. Они не делают это проще. Но я их все равно убил. И у меня до сих пор не дали... О, жизни. Ладно, время мочить вас с пулеметов. Как настоящий чемпион. Кто? Нет! Нет! Ну-ка, перестань это дерьмо. Ты с этим... Нет, хватит. Успокойтесь, хватит стрелять по бомбе, она взорвется! О, боже мой. Мне конец, они взорвут эту игру. Ненавижу миссии, где мне нужно что-то защищать. Иисус Христос. Вкусно, что вкусно? Сейчас на всех сорвут. Ёп. Ёп, ненавижу. Чёрт, твои миссии, где надо что-то защищать. Ладно, знаете, я, наверное, продолжу эту миссию в следующий раз. Поэтому, если вам понравились эти ролики, это прохождение вам понравилось, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх. Тогда их будет еще больше. Вот так, магия, да? Просто невероятно. Нет, я закончу. Смех хватит.